Приветище, это легенда о Зельде Skyward Sword, и мы продолжаем. В прошлой серии я получил вот этого удивительного жука-дрона, и я учусь им пилотировать. И как ты видишь, пока все успешно. Ага, вот эти двери. Да, мы открыли еще одни двери. Так, мы были здесь. Вон там наверху я тоже был. И везде мы вроде были. Ящик я скидывал уже. Да, скидывал, еще один ящик должен быть где-то. Давай, рупий смысла нет забирать. У меня полный кошель. Пойдем еще одному ящику паутинку обрежем. Вон он висит. Надо посмотреть, что в нем скрыто. Надеюсь, что не рупий. Ну как? Надо еще мастерство набивать. Плохо еще пилотирую этим жучком. До второго-то раза это точно должно обрезать. Готово. О, что это такое? Лук? Фея, надо ее ловить. Феечка. Шикарно. Напоминаю, что феи могут возрождать. Все, теперь идем в открытые двери. И там сундук с ключами должен быть. И еще там есть звезда, которую нужно активировать. Что это за подвал? О, можно еще наверх, вон туда. Давай жука запустим, посмотрим, что там. Ай, блин. Слишком узко. И деревья еще там стоят, мешают. Я думаю, что это отверстие было предназначено для нас. Для кувырка. Сзади у нас ничего нету. Воду можно запустить. Сейчас мы будем затапливать эту пещеру. Куча просто деревьев. Ясно. Когда мы затопим эту пещеру, мы сможем подняться на второй ярус. Ага. Это нужно, чтобы там звезду запустить. Точнее, активировать. Три глаза уже. Чем дальше, тем мощнее, как говорится. Значит, надо три глаза. Ау! Нифига себе. Вот, пана, быстрее. Хотел меня схавать, негодяй. Давай. Есть, добивашкой прямо его просто ушатал. И сердечко, спасибо. Ну, немножечко подносикал в станции, потому что было стремновато. Глаза надо встать так, чтобы все три открылись. Он что-то не хочет открываться. Повыше надо встать. Повыше или подальше? Повыше или подальше? Ну-ка, если вот так вот просто. Нет. А как повыше встать? А, вон туда. Вон туда надо. Ага, пойдем сюда залезем. Тик-тик-тик. Я смогу разбить мечом его? Что за ерунда? Паутину не могу разрубить мечом. Ладно, дрон. Твой выход. Паутина еще наверху есть? А, он металлический. Ого. Наверху еще тоже паутинка есть. Если я ее каким-то образом разрежу, мне это что-то даст? Да нет, походу. Только дрона сломал. Давай еще вот этот ящик тогда обрежем. Сколько сердец! Как насчет зарядить меч и попробовать ударить сверху? Давай. Нет, бесполезно. А, погоди, его просто сбросить нужно. Тьфу ты, блин. А я тут... Давай сбросим, чушь. Ну, хватай его. И вот этот сейф сейчас от падения сломается. А, нет. А, на него встать. Все, ясно. Все понятно, его не надо было вскрывать. Кстати, сердца все исчезли, пока я тут занимался этим сундуком железным. Сейчас его подтащим. И все будет у нас кошерно. И теперь поближе давай. Ну-ка. Меч. Эй, ребят, ну че вы? Во! Сработало. Хо-хо. Все, можно брать сундучок. Ну, тут ключ, тут все понятно и так. Можно пропустить это вот скрывание сундуков? К сожалению, нет. Маленький ключ, его можно использовать только в этой области. Спасибо. Значит, здесь все у нас. А воду-то как запустить? Подожди. Подожди. Воду-то как-то тут можно запустить? Есть какие-нибудь рычаги или еще что? Нету, походу, воду запускать нужно все-таки через нашего
жука летающего. Сейчас запусть. Чара. Тебе надо пролететь через кучу деревьев и паука. Не подведи меня. Лети быстрее, у нас мало времени. Кстати, почему деревья светятся? Может, у них что-то есть? Ага, сработало. Намочил штанишечки. Спасибо тебе, жучар. Ты очень добр. Давай, я залази сюда. Паукан, паукан. Пришло время тебя срезать. Давай, 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 блин. Ну же. Это добивание тоже иногда срабатывает, иногда нет. Его сложно сделать. Надо стиком вверх-вниз вверх. Знаешь, как в Mortal Kombat. Комбинацию сделать. Да, точно. Когда ствол дерева светится, в нем спрятано что-то. Нужно рубить. Ага. Нащинковались. Черт. Готово. Че, я все тут деревья порубил? Нет, вон там еще есть. А смысл? У меня же полный карман и рупий. Хорошо. Сейчас еще вот это сломаем. И можно, в принципе, туда. Оп. Есть. Давай карту посмотрим. Что у нас получается? Здесь мы были. Все, мы прямиком сейчас к зельде бежим. Быстрее! Мычим на всех парах. Черт, выносливость кончилась. Не получилось на всех парах. А, здесь еще цветы. Ну давай, давай, ударь меня. Попробуй куснуть. А, не успел. Ладно, давай еще разок. Есть. Есть один. Черт. Их там слишком дофига. Ну вот с этими ребятами, походу, придется разбираться при помощи дрона, да? Можно так? А, нет, так не работает. А тогда при помощи рогатки. Да стой, стой, стой. Отпусти ты брона. Барона, дрона. Да, сумочка. Это не то, это пустая скляночка. Мне нужен... Вот. Рогатик. Рогатика мне нужна. Отдыхай. А черт. Да блин. И так патронов мало. Я честно... Все, понял, как с ними делать. Ай, только вот у меня жалко мало семечек. Значит, как это все делается? Значит, мы вначале стреляем с лука. Потом доставим меч, заряжаем. Давай. Вот так вот. Ага. Ну, что-то как-то слабенько на самом-то деле. А если просто зарядить? И вот так вот. Ага, понял. Сейчас еще раз попробуем. Yeah! Да. Годно. Я, кажется, разгадал загадку, как их лупить. Ну, давай жука попробуем позапускать. Может, это как-то да поможет все-таки. А, подожди, да блин. Как я раньше-то не допедрил. Жук же может резать им эти стебли. Просто повыше запускать его. Ха-ха-ха. Как я до этого не додумался-то, а? Вот и все. Проблем-то. Ну, как бы тут есть много вариантов решения этой задачи. И это круто. Это очень круто. Главное сейчас не упасть. Е, я это сделал. Надо пособирать семечек. Ну вот, опять нас закрыли. Давай семки собирать. Пошел там потом. Сердечко. Сразу надо переключиться, наверное. Хотя нет, не буду на рогатку переключаться. Синий рупий. Еще синий рупий. Ну за что мне? А у меня сумарь весь забит. Привет, ребятушки. А можно я не буду туда выходить? Что-то какое-то стрёмное вот это вот существо. Оно куда-то поехало. Стой. Куда-то побежал. Давай разбираться. Ой. Все, что ли? Так быстро? А я боялся. Пошиб легкую. Его голова, короче, в ряд выстроилась. Я бабах. И срубил все три головы. Да я могу. Я могу. Есть что-нибудь наверху?
для жучка. Сердечко вижу. И, в принципе, больше ничего. Хорошо. Я уже близкий, Зельда. Я рядышком. Вот-вот-вот-вот. Сейчас подойду к тебе. Это что, выход, что ли? А, не, я наверху. Привет, привет. Иди сюда. Ну-ка. Убери блок. Блок убери. Семечки есть? Семки нужны. Да, вот, есть семечки. Что там с нее выпало? С этой гоблинши. Какая-то зеленая, тухлая рупи. Ага, тут нам нужен жук. Жук. Обрезай его. Бежим. А, что ты наделал, что ты натворил, Линк? Но на самом деле это я случайно нажал кнопку отпустить. Хорошо, попробуем еще разок. Фух. Все. Я здесь, я вижу там сундучок, вижу лозу, куча цветочков, бок-коблин, который охраняет что-то. Наверху что-нибудь есть? Вполне может быть. Давай просто наверх залетим, посмотрим, что там. Полетели. Магда... Почему это я? По-моему, здесь больше ничего нету. Хотя... Смотри. Веревочку какую-то можно себе тут обрезать. Так, обрезали веревочку. Ну и ладно. Давай посмотрим, что мы можем здесь сделать. Сундук. Здесь заперто. А, подожди. Все понятно. Мы там только что были. Значит, нам нужно идти к Бокоблину. Бокоблин. Призвал кого-то, наверное, летучих мышей. Надо быстрее идти. Быстрее идти. Давай, падай. Дай! А как он дерется на канате? Я вот, например, не могу драться на канате. Достань меч, Линк. Линк, достань меч. Не могу. Прикинь, не могу. Это читерство. Знаешь, что я подумал? А что, если мы сделаем вот так? Встанем и просто зарядим меч и пульнем в него. И пуляем. Не достало чуть-чуть совсем. Эх. Хорошо. Тогда мы обманем это существо. Трясем. Давай, падай. Линк, мне надо, чтобы ты упал. Ты будешь падать или нет? Линк. Как-то я же падал. А, сзади еще один. Да ё-моё. Линк, мне надо, чтобы ты... Вот. Все, отлично. Отлично. Я понял, как это сделать. Так, Линк. Давай, давай, ползи в какую-нибудь сторону. Ползи, давай. Во... А, они ногами меня. Угу. Как хитро. Как хитро. Все, я понял, что нужно сделать. Я доехал. Надо, чтобы они друг к другу подошли в упор прям. И мне в момент замаха их оружием нужно просто упасть вниз. Ну как, не упасть, а схватиться руками за канат успеть. Так, очень сложно. Блин, держись, держись, держись. Держись, Линк. Вон оно что. Все получилось. Давай быстрее, 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 быстрее. Мне надоело на этом канате ходить. Фух. Цветочки, привет. О, сердечко надо взять. Сердце мое. Целых два. Это хорошо. Там еще сердечко вижу. И вон сундучок. Сейчас заберем. Че в нем, интересно, такого лежит? Главное, не рупий. Ну за что? За что мне это? Я столько бабла тут просрал. Это фиаско, братан. Сюда нужен огроменный ключ какой-то. Можно просто постоять, посмотреть. Дверь заперта и не открывается. Меч, пришло твое время. Нужна твоя подсказка. Давай, вылази. Я чувствую ауру Зельды. Высока вероятность того, что она за этой огромной дверью. Да ладно. Серьезно? Высока вероятность, но мы когда откроем эту дверь, мы просто опять лоханемся. Там не будет Зельды, и ты скажешь, что «Ой, аура Зельды куда-то подевалась». Она испарилась, и я не знаю, что делать. Как обычно это бывает. Че наверху? Пойдем. Вот, мы залезли туда, где я сбил себе канатик.
Только на кой черт я сбивал этот канатик? Ну давай попробуем. Бежим на него. Ага. Нам вот сюда. О, я там вижу янтарь. Янтарь, янтарский. Ну, Лен, ты будешь раскачиваться или нет? Что-то вообще обленился в конце. Опа! С первого раза. Ну, почти. Мы не будем говорить с тобой про вторую попытку. Скажем, что с первого раза у нас это вышло. Руб, еще одна. А, вон оно что. А я даже не замечал, что там есть. Ну, давай. Сейчас активируем. Надо помощнее натянуть. А что ж такое-то? Yeah. Открыли проходик. Это замечательно. Лоза. Мне нужна твоя сила. Главное сейчас тут мне лохануться, как я это люблю. У меня три снарядика. И вон туда, пожалуйста. Черт, повыше надо взять. Только не говорите, что мне сейчас дрона придется запускать. О, отлично. Ну что, погнали, убирай меч-то, блин. Какой черт тебе меч-то нужен? Сейчас надо вот... Сейчас вот так. Ага. И вон до того сундучка надо допедрить. Как Тарзан. Спускайся вниз, блин, спустись. Напрягает этот момент, когда он качается и не может спуститься вниз. Опа-на. Лоза выдержала нас. Это уже хорошо. Она жирненький попец. Давай. Да. И тут ключ должен быть. Огроменный просто. Золотой многоугольник. Это золотая фигура необычной формы, покрыта таинственными узорами. Ну, можно отсюда теперь как-то выбраться, а? Нет. Обратно тоже по лозе. По лозе, так по лозе. Все, я допрыгнул. Я здесь. Но прежде чем закончить, мне нужно запустить дрона. Там он янтарь лежит. Надо бы его подобрать. Чтоб на 100% все собрать. Есть. Спасибо тебе, дрон. Ты очень, очень мне помог. Открываем двери. А, еще и надо собрать теперь этот многоугольник. Ну, подожди. А я всеми могу частями вертеть? А, вот, вот оно что. Все, теперь понятно. И повернуть надо еще. Блин, а он так не поворачивается, только в эти стороны. Вверх-вниз нельзя. А, ну я вот этой частью могу. Еще чуть-чуть. Все подходит. Вставить. Сейчас я выпущу какое-нибудь зло, не дай бог еще. Не думаю, что Зельда за этой дверью. Почему всегда двери открываю куда-то и там темно? О, я этого чувака видел, видел. В прошлой серии мы его видели. Перед тем, как я зашел в этот храм. Только посмотрите, кто тут у нас? В смысле, кто? Ты на стенку смотришь? Я был уверен, что мой торнадо разорвет тебя на кусочки. Но каким-то чудом ты оказался здесь, целый и невредимый. А, так это твой торнадо. Хотя, жив ты или мертв, мне разницы нет. Лишь девушка имеет значение, и я чувствую, что она здесь. Прямо за этой дверью. Да, мы похитили ее величество и спустили ее с небес на землю. Теперь она в наших руках. Ах ты негодяй. Но что же это я? Где же мои манеры? Позволь представиться. Я повелитель демонов и правлю землями, на которые вы смотрите свысока и которые называются поверхностью. Можешь звать меня Герахимом. Ну и имечко. По правде говоря, я предпочитаю, чтобы при общении ко мне использовали мой полный титул. Лорд Герахим. Но я не щепетилен в этом вопросе. Блин, скажи ему что-нибудь уже, а? Хватит хмуриться. Вот это я понимаю разговор на мечах. Т-
ты дерзнул обнажить свой меч, глупец? Дерзнул. Ты еще в бою меня не видел? Девушка уже давно должна была попасться к нам в руки. Мы уже было схватили ее, но тут... презренный слуга богини увел ее у нас из-под носа. Ты даже не представляешь, что творилось у меня в душе. Я был возмущен, разъярен. Меня переполнял гнев. Такой поворот событий лишь усилил мою жажду крови. Что это за Джокер на минималках? Но если подумать, не к лицу мне вымещать весь свой гнев на тебе. Поэтому я сразу пообещаю, что не убью тебя. Но ты будешь лишь на волосок от смерти. Ой, что началось-то? Повелитель демонов. Герахим. Чё, мне с тобой драться, что ли? Не, я пойду, наверное, погуляю. На тебе. Он даже ничего мне не сделает. Так, я пока веду. Ну чё ты? Ты где? Выходи. Выходи, я сказал. Я меч сейчас заряжу, как тебе дам. Получил. Короче, надо остерегаться его красного огонька. А есть здоровье? О, помоги мне. Выбранная цель — Герахим. И? Об этом индивидууме мне известно лишь то, что он зовет себя повелителем демонов. Я чувствую мощную зловещую ауру и отличные боевые способности, но анализ показывает, что часть его силы еще скрыта. Расскажи еще что-нибудь дельное. Да в смысле? Все, меч что-то не захотел со мной разговаривать, но на самом деле на ту кнопочку нажал, как обычно. А если я тебя воткну? Смотри, как я могу. О! О-о-о! Да, меч у тебя серьезный, но если ты продолжишь так топорно проводить атаки, как будто его впервые в руках держишь, то никогда не сможешь его забрать. Он в меня кинул моим же мечом. Подожди, где меч-то? Куда ты его кинул? А, вот он лежит. Мой меч! Мой меч! Понял? Так, а что если я буду вот так? Смотри, смотри. Опа! Оп-оп-оп-оп-оп-оп. Крутим, крутим. Он, короче, хочет просто меч у меня отобрать, а я, видишь, с ним играю. Смотри, как могу. Хоп-оп-оп. Попробуй поймай, попробуй, попробуй. А я тебе... А, черт, поймал. Негодяй. И сразу упрыгивает. Давай еще разок. Вот, 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 смотри. Вот, вот он, вот он. А я вот с другой стороны. Ох, как ему досталось. А кто у нас в Наруто был змеевидный-то, а? Который Саски еще тоже переманил и потом с ним, ну, его как бы обучал. О, у него тоже меч появился. Ну, покажи, что ты умеешь своим мечом. Давай, выходи один на один. Эй, так нечестно. Я так не умею. А если я сейчас заряжу? Смотри. Да блин. Я заряжаю меч. Ух ты, успел. Я не знаю, как это вышло, но... Блин. Здоровья мало. Очень мало. Давай вот так вот сделаем. Стой, 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 стой. Надо зелье выпить. Дай. Японский. Как неудобно. Выпей. Ага, вот. Вот это другое дело. А, с другой стороны надо вставать, когда он так бежит. Давай попробуем. Убегаем. А если его... Есть. Успел. Скоро ты сдохнешь или нет? О, как близко-то подошел. Негодяй. О, наконец-то! Чё возмущаешься? Что ж, ты проявил упорство. Не ожидал такого от сопливого мальчишки. Только смотри, не лопни от гордости. Ты жив лишь благодаря своему мечу.
Ты же говорил, не хочешь меня убивать вообще. Ах, боюсь, я слишком с тобой заигрался. Присутствие девушки больше не ощущается, а значит, и мне здесь задерживаться нет смысла. Прощай, Дитя Небес. Удача улыбнулась тебе в этот раз. Но стань вновь на моем пути, и головы тебе не сносить. Ого, какое сердце. Пойдем-ка возьмем. Капсула сердца, твой запас сердец полностью восстановлен. А еще их стало на одно больше. Это вообще конь. Крутяк. Ну, давай выходить тогда. Ну что ты смотришь по сторонам? Беги вперед. Урья! Урья, урья, урья. Мы выбрались. Как здесь прикольненько. Вау. Ну да, на небесах такое не увидишь. О, это же статуя богини. Вот такую штуку мы видели. Источник неба. По-моему, при помощи вот этой штуки я смогу в небе дырку сделать. Сейчас зарядим меч. И пульнем. Давай. Разрази облака, чтобы появилось еще одно отверстие в небе. Линк, я получил сообщение на языке древних богов. И если ты не возражаешь, я его переведу. Ну давай, переводи, конечно же. С начала времен я оберегаю тебя, избранного, выполнить поручение богини. Озаренная, которая спустилась из-под облаков, должна отправиться в два священных места и очистить свое тело. Ты находишься в одном из этих мест, источнике неба. Другим таким местом является источник земли. Второй источник запрятан глубоко в опаленных элдинских землях. Озаренная осознала возложенную на нее ответственность и направилась ко второму источнику. Ну, наконец-то, вторая часть этой карты. У тебя в руках плитка с рубином. Ну, круто, чё. Чё вы друг на друга смотрите? Если верить моим данным, похоже, что Зельда очистилась в водах этого источника. По моим подсчетам, она с вероятностью 97% уже направилась в Элдин, где есть еще один источник. Однако, неясно, каким способом Зельда переместилась отсюда к своей следующей цели. Мой анализ данных показывает, что плитку следует отнести к алтарю на небоземье. Это, скорее всего, создаст новый столб света на поверхности под облаками, что позволит тебе спуститься в новую область и продолжить поиски Зельды. Статуя с птицей, которая вернет тебя на небоземье, должна быть уже в знакомом тебе лесу. Ничего нового она как бы не болтает, в основном просто напоминает то, что мы должны сделать. О, Кикви, привет. Че, обнимашечки? Эй, это я, нашел свою подругу? А, Матчу, могу сказать ему ты кто, но он обидится, давай напишем еще нет. Жаль, но похоже ты по крайней мере представляешь, где ее искать. Это уже хорошо, правда ведь? Я так рад, что мои соплеменники снова рядом. И все благодаря тебе. Да. Верю, что удача улыбнется тебе, и ты скоро найдешь свою подругу. Береги себя, ладненько? Спасибо. Такие няшные. Фаронские дебри.
Ну все, мы выбрались. Вроде бы как выбрались. А, ну да. Мы по этой же дороге сюда шли, в этот храм. Что ж, давай тогда сохраняться. А на сегодня это все. Мы побили злодея. Ну так, побили чуточку. Мы его, к сожалению, не сокрушили. Но что имеем? В общем, не забывай ставить лайк под этим видео. Прямо сейчас можешь опуститься, поставить там лайк. И подписаться, если ты еще не подписан, чтобы не пропустить следующих крутых серий по этой игре. Ну и также по другим. А на сегодня это все. Спасибо за просмотр. Пока. Увидимся в следующем ролике.